20 век стал веком тяжких испытаний для русского народа. В 20 веке на долю нашего Отечества выпало немало бед, невзгод и несчастий, но Господь сподобил наш народ явление великих угодников Божиих, которые утешали русских людей в тяжелое для них время. Если в пределах нашего Отечества такими святыми были святой Иоанн Кронштадтский, святая Блаженная Матрона Московская, то за пределами нашего Отечества одним из таких великих угодников Божиих стал святитель Иоанн Шанхайский и сам Франциский Чудотворец. После революции 1917 года миллионы русских людей оказались за пределами Отечества, вынужденными переселенцами, оказались в эмиграции и были лишены духовного утешения перед лицом тяжких испытаний. Кроме обычных русских людей, за границей оказалось и духовенство Русской Православной Церкви, и так возникла Русская Православная Церковь за рубежом, одним из великих пастырей, который был святитель Иоанн Шанхайский. Он нес свое архипастырское служение в самых разных уголках нашего земного шара. Он служил в Китае, на островах Тихого океана, в Филиппинах, нес свое архипастырское служение в Европе и на американском континенте. В течение всей своей земной жизни он немало времени проводил в молитве, в духовных подвигах, был известен всем своим современникам, своей высокой духовной жизнью, аскетической жизнью. И уже при жизни был прославлен от Бога различными чудотворениями и духовными дарами. Постоянно люди, которые обращались к нему за помощью, получали утешение, исцеление от различных недугов душевных и телесных. Он проводил фактически все свое время без отдыха, без сна. Постоянно посещал больницы, в которых приходил к совершенно незнакомым людям, откуда-то узнав духом, предвидев их тяжелое состояние, молился в трудный момент. И все люди, которые обращались к нему за помощью, даже те, кто не обращался, по промыслу Божию получали эту помощь духовную, телесную и материальную, потому что, будучи архипастырем зарубежной церкви, он сделал немного и в области социального служения. По всему миру им были открыты приюты для беспризорных детей, для сирот. И эти дети, сейчас уже став взрослыми людьми, многие из них помнят его при жизни. И все обращаются к нему сегодня с молитвами во всех уголках земного шара. Его имя, к сожалению, мало известно нам, русским людям, которые живут в России, потому что в советское время о нем нельзя было говорить. Но за рубежом имя святителя Иоанна Шанхайского очень известно. В Париже, в Шанхае, в Сан-Франциско, в других зарубежных центрах все люди помнят последнего русского святого, как его называли иностранцы, или Иоанн Босой. Thank you.
Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, на оставление грехов и жизни вечной. Причащается. Thank you.
пречистая своя матери, святых славных и всехвальных апостолов, святителей Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского чудотворца, святых и праведных Богоотец, Иоакима, Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благи человеколюбец. Всех вас приветствую, собравшихся здесь сегодня в этом святом храме, чтобы встретить ту великую святыню, которая прибыла к нам в Троицк сегодня. Частица мощей одного из подвижников благочестия последнего времени, святого Иоанна Шанхайского чудотворца. Этот святой жил совсем недавно. Он скончался в 60-е годы 20-го столетия. Еще живы те люди, которые его помнят. Святой прославился, как еще при жизни, своими чудотворениями, но и после смерти все его почитают. Сегодня мы собрались для того, чтобы прославить его память. Благодарим духовенство Тверской епархии, совершивших такой путь из Центральной России сюда, на границу с Казахстаном, на Южный Урал и принесших к нам эту великую святыню. Мы имеем, дорогие братья и сестры, такую возможность в этом храме впервые. Такая святыня прибыла сюда первый раз. Мы сегодня молились святителю Иоанну, дабы он помог нам в нашей жизни осуществлять прежде всего наше спасение, осуществлять нам путь к Богу. Да, он прославился многими чудотворениями и при жизни, и после смерти. Собрано несколько книг его многочисленных чудес. И хотя он своими мощами почивает в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах Америки, в соборе, который он построил, тоже построил очень чудесно, в соборе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, этот святой везде спешит на помощь к тем, кто его призывает. Будем и мы, дорогие братья и сестры, пока мы имеем такую возможность, молиться у частицы его святых мощей. Я знаю, что сегодня присутствуют здесь многие люди со всех храмов нашей недавно образованной Троицкой епархии. Да, епархия недавно была образована. У нас есть трудности, нам нужно строить храмы. Здесь их недостает на Южном Урале. Святой Иоанн Шанхайский прославился тем, что он строил храмы. Строил храмы в Китае, строил храмы в Западной Европе, строил православные церкви и в Соединенных Штатах Америки. Строил их там, где их никогда раньше не было. Но тогда, когда он туда приезжал, там возникла такая потребность. Будем молиться и будем верить, что его святыми молитвами, что через посещение его святых мощей Господь нам также поможет построить здесь новые храмы Божии, здесь воздвигнуть новые светильники, святилища, новые алтари Господни, где перед ними будут возноситься молитвы. Святой Иоанн является чудотворцем, но каждый святой, сколько бы он ни творил чудес, он творит их только с помощью Божией, по благодати Божьей. Он сподобился такой милости от Бога за свою святую жизнь. Будем помнить об этом. Прославляя, канонизируя того или иного святого церковь, указывает нам прежде всего на него как на образец для подражания. А ведь этот самый святой прежде всего спешил на помощь страждущим, спешил на помощь голодным. Если вы прочитаете его жизнеописание, то можно и прийти в умиление от того, как этот святой подбирал с улицы голодных младенцев, буквально доставал их из помойных ящиков и приводил в свой приют, приют святого Тихона Задонского в городе Шанхае. Тогда в том государстве, в Китае, был большой голод, и от детей, от младенцев старались избавиться. Но святой Иоанн, видя в них образ Божий, брал этих младенцев,
брал их на свои плечи, хотя самому ему жилось очень и очень нелегко. Таким образом он заботился, таким образом он проявлял любовь к своим ближним. Святой Иоанн Шанхайский является для нас еще и примером того, как нужно устраивать свою личную и духовную жизнь. Еще в молодости один из епископов назвал его ангелом во плоти, потому что он очень много времени уделял молитве и посту, потому что он очень много времени уделял духовному деланию. Ну и, конечно же, этот святой за нас молитвенник. Будем молиться ему по возможности, молиться о своих нуждах. Конечно, каждый молится прежде всего о тех проблемах, которые в жизни этой он старается решить в первую очередь. Ну а будем, дорогие братья и сестры, помнить, что у нас единое на потребу. А единое наше на потребу – это наша духовная жизнь. И если мы у святого Иоанна будем просить прежде всего, чтобы он направил нас на путь Христов, на путь спасения, на путь Господний, хранит вас всех Господь и молитвами святого праведного последнего времени Иоанна Шанхайского, да дарует нам всемилостивый Господь свою всесильную помощь в нашем служении, прежде всего в служении ближним, Господу и Церкви. Да хранит вас всех Господь. Еще раз свои величания. Есть возможность по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поклониться Великой Святыне Ковчегу с мощами святителя Иоанна Шанхайского и в пределах русской земли. Так в эти дни мощи святителя Иоанна пребывают в Троицком соборе, в Троицкой Южноуральской епархии по благословению Святейшего Патриарха и Владыки Григория. Прихожане могут в течение нескольких дней поклониться святыне, от всей души помолиться святителю Иоанну, который, как мы верим, не оставит нас без своей помощи, без своей поддержки в трудное для нас время.